Ох, и погода шикардос, да? Друзья, всем привет, с вами Детский Липован. Привет, мои хорошие! Эх ты, друзья! И мы опять на барахолочке. Для вас, мои хорошие, ходим, стараемся, что-то показываем на весь мир. Показываем, чем богата Одесса. А это наша знаменитая, единственная в мире вот такого размаха, колорита. Одесса. Барахолочка, одесская барахолочка. Это что, каждую субботу, воскресенье, друзьяки, все по классике на старом месте. Что ты там снимаешь? Что, не меня? Все хорошо. А, вот тебе и хорошо. Короче, я еще только приехал, машину там паркую, бла-бла-бла, подходит парнишка, говорит, товарищ Липован, у меня такие для вас есть. Я говорю, ты что, еще не закончилось, а уже началось. Смотри, какую монету подарил. Калибри, слышишь? Шикардос. Птицы, да, а он братик, смотри, стоит. Идем сейчас к нему в гости зайдем, покажем, чем торгует. Улица Серова во всей красе, так, а? Ну что, ну давай, ставим ставки. Встретятся мне сегодня игрушки новогодние? Новогодние, мягкие, елочные, ватные, разные. Не знаю, как игрушки, но монеты точно встретятся. Точнее, уже встретилась. Маннику привет. Здрасте. Здравствуйте. Привет, ребята. Братишка, спасибо. О, красава, ты понял? У него есть калибри. Еще осталось для людей, если захотят, друг? Да, приходите, промокод, говорите. От Липована, короче. У нас сегодня черная суббота, Black Sabbath. Скидку делаем. Да, да, да. Одну берешь, одну в подарок, да? Что там, у американцев черная пятница раз в году, да, а у нас именно суббота. Я сегодня прочитала лайфхак. Какой? По поводу черной пятницы. Ну-ну, а ну дай знать. Забыла. Вот как с ней жить? Она утром просыпается, и ты кто? Я говорю, как, Катюня. Как сэкономить больше всего денег? Это в черную пятницу? Да. Просто ничего себе не купить. Тебе ничего нафиг не надо. Или муж дал, купили и забыли. У тебя уже все это есть. Да, 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 да. Так что не торопись и покупай себе третий телевизор. Да смотри, вот эти два, все будет нормально. Да. Или хотя бы продай. Ох ты шо, елки-палки. А у вас тут именно эксклюзив по полной программе, да? Все есть, вот антики. А ну покажите царизм. Антику. Покажите царизм. Антику? А у нас тоже есть, ребята. Мы, короче, были на привозе. И нам так красиво ювелирно втюхали. Не-не-не, а там другой нормальный такой. Слышь, братуха, давай бери их. Там немного осталось, короче, чтобы никто не видел. И мы взяли, короче, хорошие старинные китайские. Дай хоть в руке подержать. Катюня! О. Ну, не Екатерина, конечно, но очень интересная. Можно? Ёшкинку. Подожди, да, я еще не порадовался. Они убраны. Да, да, да. Вот это, братцы, коллекс. А это что, биткоин, что ли, елки-палки? Нет, это старинный. Екатерина Сибирская, Соболя. В Соболя. 2 копейки, это 5. Сколько стоит? $150. А это? 200 ровно. Ты что, не видишь, что это толще? Стой, а вот это, вот это. Короче, мы приехали. Ребята, сегодня, извините, будет обзор только за монеты. Тут есть что снимать. Штука. Штука, да? Вот, Сережка, я такую хочу. Петьку хочешь? Да. Да меня Сережка зовут, ты? Я сейчас... Начну к Петьке претензии, а, ну что, хотя за не тысячу... Нам, не нам. Так, тут что-то написано. А надо читать. Вот двойной абаз. Сколько стоит? $200. Угу. А ну дай с другой стороны посмотрю. 1807 год. Может быть даже и Лермонтов его держал в руках. Ничего себе. Они же на Кавказе. Да по-любому держал, и это выиграло. Абазовские, да. Да они ж карты там гусары перекидывались. Барахолка ульем гудит. Много здесь хорошего всего. Дядя, сколько стоит вот этот мужчина? А сколько вы дадите за него? Ай, барахолка, барахолка. Кто в песах, 2000, а кто да? в наколках? И хохол торгуется с жидом. Да ты поешь, я ничего а не А кому дома не сидится, тот решил прибарахлиться, ты понимаешь? Год, ты вообще можешь себе представить? Катюня, у меня куплеты лезут, а ты именно я просто, Николая ты, я трогаешь. Просто, ну ты можешь себе представить? Могу, любовь моя, и я состояние какое. Еще 915 год. Ребята, это не состояние, бабушка. Это достояние. Моя родилась. 915? Ну, нет, чуть-чуть. Это редкий, 6-9 год, у них 30 и 40 там с чем-то тысяч тираж. То есть это для... Всего, раз-два и разбежались. А это сколько стоит? По-моему, один из них, по-моему, 44 тысячи тираж, это 6-й год, $900. $900. Да ты шо? 44 тысячи у него. Это вообще ничего. А сколько там в схоронено, еще не найдено? А это что, Син Цзиньпинь какой-то? Это настоящий Китай. Китай захваченный, захватили японцы. А это чистый Китай. Квантунг и этот Инь-Ань.
Ну я вижу, что это не из наших будет, Квантунь. Это а китайцы это? Любят. Это рестрайк Австрии. Рестрайковская монета. Ага. Ух ты шо, это... Это резкая Индия. Один месяц ходила под французами, потом англичане ее там захватили. Им не хватало одной провинции, там же под Британией она вся была. А покупают? Покупают. Покупают, да. Так ты шо, Катюня, такое? Китайцы свое, они самое это... А рубчик вот этот чем интересный? Вроде интересный бы... как чем? Так он необыкновенный. Ошибка, на войс ошибка. Ты понял? Только ты меня... Потому Алишер отложен. Какой-то, да? Да, навой. Навой. Угу. Вообще выход 91-м, ошибку сделали 1990. Понятно? Вот так. Теперь да. Так и в жизни, каждая ошибка принесет что-нибудь интересненькое. Ну, как в Украине, если одного... Есть 50 копеек англичанка. Ты что, это где-то я даже не знаю, это... Как это? До конца дней, это в Турции, где мы были, да? Братик, держи, Сережка. Пригодится. Вот это хорошие вещи. Англичанка. Интересно. Есть 50 копеек, могу показать. А ну, могешь покажи, потому что такого мы по барахолке ходим туда-сюда, но вот такого еще в руках не держали. Настоящее, не поделать. 4200 это правильно? Ну так, чтобы взять 3800. А, нормально. Ты что, вроде бы 50 копеек, а на самом деле далеко, а не 50 копеек. Вот? Штемпель английский вдавленный. Луганский завод, который вывезен. Ты понял? Вот видите, обычная монета. Ну вот, да, видишь, вдавленный герб сам. А, ты понял? Я и не поняла. А мы не покупаем, мы интересуемся для людей. Может, кому-то надо и не знают, где взять. Так мы покажем. Вот это да, держи. Дома есть редкая 25 копеек, 25 копеек. Серьезно? А где ты их находишь? Вот Одесса красивая. На металлобазе. На металлобазе. 120 лет. Я ж ездил по выставкам тоже, по слетам. Вот сегодня слет, я не поехал, что устал. Блин. Спина болит, и я уже не пропускал ни одного. Сейчас так спина болит, я думаю, едьте без меня. Ох ты шо, смотри, какая красота. А 25 сколько стоит? Класс. Катюня. 5000. Вот это за все время, что мы по барахолке лазим, конечно, вот эту красоту, такую в руках потрогать, на долгую память останется. Литаки Украины, Ан-132. А ну-ка, да, что с другой стороны, стюардесса? А нет. Гуси, лебеди. 10 гривен 13 года. Сколько стоит? Новая десятка. А это... Сертификатом, ребят. Если с промокодом Одесский Липован, 2200. Ого. А, нормально. Сережка. Ребята, работаю без отката, просто от души. Понимаешь, чтобы вы знали, где брать такие хорошие вещи. Ребята, благодарочка. Нет, десантники. Заходите. Спасибо. Сюда. Давай. Спасибо. Давай, чтобы у тебя спина не болела. Да, и... Спасибо, дорогой. Ну что, погнали? Туда, да. Пройдемся. А что нет? А что, это Гены нету? Гена там дальше, мы же проехали. А, извините. О, там дед, Сережка, подожди, пойдем. Какой? Деда посмотрим. У, срисовала ватного старичка. Ну идем. Сейчас. Глянем для дедушка тебя. Дедушка там, смотри. А как тебе монеты, а? Да мне дедушка, Сережка. А мне монеты. Ну только разве что вот ту большую, красивую. Да он сейчас стоит как-то монета по-любому. Да, ну не совсем. Этот не будет так стоить. Здравствуйте. А почем надорванный? Надорванный 500 гривен. 500 гривен. Я его не хочу. Такого не хочешь, да? Почему? Это самый красивый. Там у него карман треснул был с подарками. Очень красивый, А-а-а. Большой, да. Я больше и не видел. Их везде продают еще в худшем состоянии по 800 гривен. А у меня вот такая посудка была. Вот та маленькая? Да. Ностальгия. Да. Сколько лет? Точно. Сколько мне лет? А бог его знает. Она у меня красивая просто. Класс. А сколько посудка стоит? За 50 гривен. За 50 гривен. Гновики. Катюша, а может быть это и твоя, ты понимаешь? Нет, ты знаешь, моя у мамы стоит. Спрятана. Там у нас у мамы. Даже Ульяне не дают. Что, не хочешь старого? Нет. Я для тебя заштопаю. Не, Сереженька. Другие лечите. Я знаю, спасибо. 153. Показать? Наборчик? Да. А приоткройте, если не тяжело. Это же советский. Ищу. Ух ты. Ой-ой-ой. Я помню такие ручки.
Сколько на стоит? Нанотоз, зубило, кияночка, все есть. 600 гривен. Угу. Вот раньше. Ох, а камушек какой, елки-палки, ты шо? Нулевочка. Подводить. Красота, полный набор, Катюша. Книга вкусной и здоровой пищи. Вот тебе надо. Ох, такая. Ты видишь? Тут много. А это сахарница такая, да? А нет, даже не знаю, я женщина, а угу. Вот тут мои сахарницы. Угу. Конфетница какая-то. Да. Все, просмотрела? Тут интересно, мне нравится. Ну, давай пойдем туда. Интересно, музей. Точно, музей, точно. Да. Что, Сереж? Ты что-то увидел там? Мне тоже интересно. Это похоже на нашу коксилюдницу мы купили, да? Ну. Или, это, или просто а, похоже? Там прямо. Ага. И по 200 лет. Там видно по трещинам, что да, не сегодняшняя. Красиво. Да. Ой, аккуратненько клади, Катюша, чтобы не рассыпалось. Ничего не расходится. Все будет хорошо. Красиво. Да? Пластиночки сразу с ценой, да? Короче, можно все оговаривается. 100%, как в Одессе, можно смотреть и торговаться. Так. Какие хочешь. Ты так приподнимай, потому что иначе я не... О, Битлз. Да. И все в состоянии хорошем, да? Да. Катюня, Тина Тернер. Смотри, в индивидуальной упаковочке. Да не, их просто все там, не... там есть, да. Бери, дослушай. Вот это коллекция. Короче, тут лохматить можно до завтра, поэтому тут очень много и все интересные. О, Леонардо Коэн. Dance me to the beauty, dance me on the side, dance me to the end of love. Ну, я, конечно, не Коэн, но песни люблю и уважаю. Ну, может, контакт Браун. Человека можно, если спрашивать? А? Контакт человека. Будет. А вы их случайно там не отсылаете, если люди будут там интересоваться? Новая почта пока работает. Работает, да. И то... Укрпочта. А, нет, а то у нас такие есть интересные люди, подписчики, что и за границу могут попросить. Ну, я езжу, это все из Германии. Да? Скажите, а можно ваш контакт? Прошу вас. Да? А ну диктуйте. 097. 327. 323. 468. 468. 1. Как зовут? Александр Михайлович. Александр Михайлович. Это для тех ценителей, а у нас там есть на канале. Вижу, люди пишут, подписчики, говорят, Липован, покажи я пластинки. Я в каналах не состою. Не, вы не состоите, я состою и такие для людей вживую. Интересуюсь. Вживую, все. Не, я за другое. Контакт вы уже увидели, так что... Выходите на связь. Есть там Viber у вас там все эти... Все. И организуют, если что, там и Укрпочта, и в Америку отправят посылочку. Правильно? Адвокату платить, а так все. А, лотки для яиц у мамы есть. Пельменница старая есть. Чайник уже тоже терку есть. Терку мне на привозе подарили. Какая маленькая красивая мясорубка. А? А привязали, знаешь почему? Да, догадываюсь. Да потому что ценная. Подстаканник интересный какой-то, он висит, видишь? О, сколько стоит? Не стаканы знаю. Марату. О, так надо было с подстаканником сюда идти, слышишь? А ну, спроси, сколько подстаканник. А почем подстаканник тут привязанный? Сейчас Саша подойдет. Ага, я понял. Александр, а почем подстаканник тут? 270. 270? Из чего? Да из часов, ты что, не видишь, что там наручный электрон? Мельхиор, нет. Тут написано, что показывает. У нас есть человек, ценитель, любитель, так мы ему ищем на Новый год подарок. А ну, о, что-то написано таки, да. Что-то написано.
Что там тебе видно? Медь. Медный. 3 рубля 50 копеек. О. 3 рубля 15 буханок хлеба. Умножайте. О, да, если хлебом мерить, то, конечно, да. А стакан какой? Тут дорогой. А если сейчас эти деньги перевести, то на хлеб столько же получится? Ну, поторгуйся за стакан. Что? А за сколько вы нам его отдадите, мы его заберем? 250. А было сколько? 270. А за 200 никак, да? Конечно. Марат, одолжи 50 гривен. Берем? Ну, для Марата, конечно, давайте, берем. Заворачивайте. Спасибо вам. Катюня? А. Да я думал достать, типа, что у меня деньги появились. Да, ладно, вот эти понты тут уже никому не нужны, Сережка. Я? В келье на тракторе. Не-не, я не служил по семейному положению, да, просто. Это я нашел такую здесь на барахолке. У меня такие от деда были две. Вот они в келье где-то и остались. Я когда ее увидел... Ручная работа. Камень. Возьмите в руки, попробуйте. Ох, ничего себе. И что это? Да ты что? Я уже и забыл, что я хотел про тельняшку сказать. Ну, что в селе за тракторе работали. Да, да. Про тельняшку, что в селе на тракторе работал. Купили здесь вы. Купил здесь, да, увидел все, и у меня воспоминания. Забрал, сейчас ношу и летом, и зимой не снимаю. У меня майка летом ношу, когда с десантурой иду встречаться. Майка, я такой, берет у меня. Прислали мне с Москвы 3-й бригады спецназ, значок. Такой специально, но там была эта курица российская, я ее крутил, и когда десанты... Значочек вмонтировали, да. Красота. Все, да. А я не служил, не случилось просто. Я служил, внуку сейчас говорю, я уже ёпарист, перешел, командир разведгруппы, я уже все, я до сих пор все помню. Где что закладывать, где как взрывать, прыгать с парашютом. Фильм «Зона особого внимания» смотрели? Это мой любимый фильм «Особого внимания». Я говорю, у меня сейчас мурашки. Вот, так вы сказали, я же замерз, елки-палки, по ногам пошло. Срочно, и через 3 года этот фильм вышел. Я в 74-м там уволился, и в Мариуполе был Жданов, я там сидел, плакал в кинотеатре. Блин. Один про мою службу. А я с дедом ходил в кино, он меня водил. Я выходил с кинотеатра, и я думал, что я все, просто десантник. Вот такой малой, как Елисейка, понимаешь? В припрыжку. Блин, конечно, фильм. А мы его вспоминали недавно, да? Да. Я уже да. забыл, как актер в Будулае, который снимается, там играл, блин, в «Зоне особого внимания». Да. Короче, красота. А второй фильм, «Ответный ход». «Ответный ход», там да. Мы уже были с морскими пехотинцами. Ага. Ну, молодцы, короче. Я вот такой был, как этот Тарасов. Я командир разведгруппы был сержантом, нас так учили. Я до сих пор помню. Спасибо вам огромное. НАТОвские ракеты. О! Першин 1-2. Спасибо. Першин 1-2. Дай бог вам здоровья, да, крепкого. Спасибочки. Сейчас еще ходим, встречаемся. Замечательно. Ну, традиции никто не отменял, да. Спасибо вам. А сколько ваза стоит? Вот та вот каменная. Каменная. 370. Что, хорошая? Не, я просто спросила. Спасибо большое. Блин. Тот, таких, кто любит камень. Таких больше на барахолке нет. Признали? Одесский Липоман собственной персоной. Я говорю, какой я на Одессе, говорю, жрать ни хера не умею готовить. Так я же и говорю, что я тракторист. Мне пишут, ты не повар. Да, не повар. Я уже понял по разговору, я же иногда его вижу. Ладно, ну давай уже сними меня уже с Липованом. Все. А то у меня кореш, подожди, у меня брат с этого самого... в Арвинівській області. Я говорю, там ходить такий хлопець Липоман. Я говорю, це барига місце. Да, да, да. Не, щоб ви понимали. А як ім'я ваше? Серега. Серега, да. Александр. Я вже так узнав. Очень приятно, да. Мы не барижимо для людей, снимаем контакти, даем, да. Потому что все от души, правильно? Потому что некоторые ходят там, что там виставляют, что там їхідничают. Ні, там є інтересні, у нас канал о другом. У нас канал о хорошем настроении. Я люблю, когда подойду, разрешите, а то приходят, у меня были шляпки. Такие красивые женские. Угу. Стану, ну какая, еще, знаете, еще матом. Да, 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 нашлепают, короче, и убежали. Идите, идите гуляйте. Спасибо, спасибо. Благодарочка. Случай, о, такие, дай бог каждому такую память. Здоровенькие были. Да, да. Здравствуйте. Добрались мы из Турции. Да, 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 вернулся таки я в Одессу. И иду таки подобно бесу. И пяточки, а камушки чешу. Вас давно не видно, да. Давно не... Вернулись в Одессу, теперь будем регулярно. А снимок бросите, Липованчики. А? Берите выше, мы вам видео, и, все нормально, да, на долгие века, короче. Два месяца в Турции были, отдыхали немножко, грелись, теперь вернулись. Это, где Липованчик? И будем и работать, замерзать, да. Семьей, дети. Все, да, семья у бабушки, а мы по делам быстренько, короче, как всегда.
Мы должны поцеловаться с Катюней, Липованчиком. Мы съездили всей семьей, а сейчас уже детей к бабушке отвезли, так что все нормально. Наконец-то я увидела глазки вашей женушки, то она была в очках тогда. Катюша. Да, давай, Катюня. Я прям сегодня как Катюня, это? Давай. Узнает меня Липованчик или нет? Как там международная обстановка, все нормально? Все спокойно, да, говорят, тихо, спокойно. В Багдаде все спокойно? В Багдаде все спокойно. Съездили, да, Турции привет из Одессы передали, теперь все турки хотят приехать в Одессу. Хорошо? А подстаканчик. Марату взяли интересный подстаканчик, у него еще такого нет. Только не знаю, как он будет пить стакана нет. Ну, да, Марат, разберемся. Давай, подстакан, я уже сделала. Шлепнул. Брось там сегодня. Шлепнула уже, ребята, все нормально, брось, подбежали. Кадр, кадр брось. Сбацаем, сбацаем. Все. Порядок. Она уже со всех сторон сняла. О, тихо, собака идет, интересно. Побежали. Погнали. Все, вам все, хорошего дня. Все, давайте, будьте здоровы, на связи еще. Да, спасибочки. Обязательно, уже увидите себя во всей красе. Спасибо, взаимно. Спасибочки. Сережка, ну грех стакан не найти, понимаешь? Ровный, это не этот? Не, ну ты что, он тонкий. А-а-а. Ты как будто бы не знаешь, какие... деревня. В поезде, что ли, не ездил, скажи? Очень редко. А я ездила часто. Мы каждые каникулы ездили к бабушке на поезде. Да? Сутки едем. Чаек, ды-дын-ды-дын, ды-дын-ды-дын, ды-дын-ды-дын. И мама только кричит, а ну сели, а ну легли, а ну сели, ну, Марат, походу, тоже у нас, видать, по поездам часто катался, потому что лежит у него, ты понимаешь, к этому, к подстаканникам. Нету тут стаканчика, посмотри-ка, тоненького. Катюня, это ты у меня поездатая, поэтому ты стаканы и смотри. Так, а ну-ка всовывай. Ай, оно не то. Не оно. Слушай, о! Огонь, а? Граненый. А если будет пить по зубам, не даст ему? Нормально. Почем сегодня стаканы? Да ты что, договорились, правильно? Марат. Марат? У нас уже есть. Мы такие нашли, для тебя всунули, елки-палки. Нормально держится? Комплект. Я знаю. Слушай, ну нормально. А если помазать там ПВА аккуратненько, то вообще навеки вечно. Да, и не мыть, да, только смотреть на него. Он так красиво. Ла-ла-ла-ла-ла. Давай возьмем такое, может быть, еще потом тоненький. Ла-ла-ла-ла-ла. Я даже выучила, как ваших детей. Енисей и Ульяна. Енисей и Ульяна, правильно. Красота. Да я вас умоляю, бросьте. Хорошо, договорились. Так, 10 рублей. Есть такое дело? Есть. Ну, а что же вот нету таких, как я хочу? Игрушечек ватных? Да. Не брали сегодня, не было, да? А вообще уже ничего нет, все просто поставили. Ну, что же, она обновляется потихонечку, старенькая уходит. Дачке... Молоденькая становится стареньким. Мы набирали, еще вспомнила внуку уже 20 лет, а его этот самый... Взяли и ковер в мой. Да. У внука скоро уже дети будут, да, так что. Да, а я забыла за него, за это. Хорошо. Катюня, давай гроши. Ла-ра. Что ты насыпала мне? Собирать надо по всей барахолке тут. Да, смотри, тут. Монеты, чтобы драгоценных не было, слышишь? Ты типа крупнее мне возвращай, давай быстренько. А я подержу, потом отдам. Да у меня как в банке, их станет потом больше. Да, да, у тебя станет больше. Главное, не забирай сразу. Так, ваши 10. Спасибо, и да. Вам огромное. Благополучие, здоровья. Спасибо большое. Спасибо огромное. Катюня, а. Может, за будильник не интересоваться, нам там пообещали хороший. Сереженька, ты же знаешь, что Глушко ты будильником 22. Не отделаешься, мне же вот часы с боем нужны, понимаешь? Так что извините. Ну, шукай тогда часы с боем. Да, а будильник у меня есть. Главное, чтобы у тебя деньги на них были. На часы с боем? Ну да. Договоримся. Ага. Ты же сказал, что там какой-то подарок мне едет. Ла-ра-ра-ра-ра. Или обманул? Хотел сделать сюрприз. Так вчера я не знаю, уже что. Оператор уснул, думаю, ну сделаю человеку приятно. Зашел там, что-то нашел, заказал. И сегодня такое палево, с утра звонит телефон, это с интернет-магазина перезванивает товарищ Липован. Брать будете? Я там уже бекал-мекал, короче, не отмазался, сказал, что... Я даже не думала, что ты мне можешь подарок заказать. А ты что думаешь, что я такое готовить умею? Да, ты прям а меня а многие думают, что я готовить не я умею. Я поэтому и не интересуюсь, видишь, что там. Ну, очень даже не могу предположить. Приятно. Ребята, ну, держу интригу. Я посмотрю, когда я получу. Я не говорю. Ну, я думаю, тебе понравится. Да? Ага. Ну, ладно. Мальчишку. Разглядела, да, мальчугана. Опля, спасибо огромное большое. Тихо, тихо, чуть не уехал. Такой себе лыжник.
Интересный? Нет. Ну, тебе нет, а может кому-то интересный. Ну, каждому свое. Да, возьмите, спасибо, пожалуйста. Спасибо большое. А что, почем такой? Чтобы не мы, так другие знали. Прошу 130. 130. Все, и цена хорошая. Продастся. Я тоже так думаю. Что? Тапки. Скороходы? Да. Бери, тебе пойдет. По привозу бегать. Скажи, ты поесть бы мне что-нибудь принесли, что вы тут меня тыскаете? Да, красивая кошечка. Карась есть, но в машине. Не эх, брали. Ты. Эх, я. Интересненько. Я снимаю. Все по 200 гривен? Фото 200 гривен. А видео? 500, что ли? А видео надо купить открывашку тебе такую. Не, я такую не хочу. У меня телефон. Гаси свой телефон. Смотри, какой чайничек хорошенький. На одну персону. Ну, чайничек с чайничком, видишь, это он комплект. Один и другой. Еще третий был на 3 литра. Большой, да? Ох, вот тот красавец. Вот, да, тот ушел первый. Сколько стоит? Вот он пара? Большой 400 ушел? Нет, большой 600 ушел. Большой 600. Как у Васильевича, помнишь, когда мы в бане были? А, это 400 пара? Не, один. Тот 600, 400 и 200, правильно? Не, маленький, конечно. А, тоже 400. Короче, тут математика моя не работает, походу. Да, да. Якутенок, блин. Красота. И он тоже... Люди все, а все стабильно, нормально, карась дергается, да. Помидоры в цене разные, поэтому все хорошо. И зеленые есть, не помню почем, но есть. Да, мы сегодня уже, как это, на барахолку забежали после привоза на коня. Я сильно хотела, но уже. Ну, чисто оператора выгулять, ну и вам что-то показать. Так что, друзьяки, в другой раз заедем на длинную такую, на хорошую. Будьте здоровы! Смотри, какая интересная вещь. Шкатулка? Ну, похоже на шкатулку, да. А может быть и нет, не знаю. Ого, старинная какая. А что это? Не знаете? Ну, что-то старинное. Да. Шкатулка здесь, бусы хранить. Может. Да все можно хранить. Сахар или конфетки. Ну да, раньше такой рафинад был, такие сколько кусочки, стоит? Я помню, бабушка получала в колхозе. 500 гривен. Да. Пошли. Руки так и тянутся к игрушечкам. Глаза так точно. Катюня, на, держи. Тут надо смотреть в оба глаза, чтобы ничего не профукать. О, смотри. Прячется. Вся красота. А, ничего тебе не напоминает? Угу. Нашу Мазду, когда мы с Турции ехали. Аккуратненько, по полной программе. И лопата тоже есть. Что там? Принцесса миниатюрная? Сейчас, Сережка, посмотри, что это. Ой, такое. Малышки. Костюм такой интересный. Заворачивайте. Ты что, вот такое у нас еще не висело, а? Пижама комплект, спасибо. У нас есть где такое повесить красоту. А может дома поносишь? 40 гривен. Ты приходишь ко мне, выплываешь. Не, ну я померяю. Если, спасибо огромное, спасибочки. Если подойдет, Катюшка, я буду тебя иногда радовать. А? Иногда, да. Кофе в постель такой весь полосатым. Ага. Ну а потом... Я же тебе читала, что мужчина, потом... который подает кофе в постель, прямую дорогу себе в рай обеспечивает, понимаешь? И скажи, я есть там в этой очереди? Ты просто там есть в этой очереди. Я есть там в этой очереди. Без Все. Кофе. А, даже так? Угу. Смотри. Приемно, друзья мои. Очень, дуже приемно такое. Чути. Катюня, ты мне зубы не заговаривай, деньги гони. Деньги? 40 гривен, давай, дай потрогать. Ну 40, там, подожди, ты тут вот мне вернул. Ровно 40, отсчитай. Да, слушай, Липован ребенка не обидит. На, твои лишние. А ну-ка, подожди. 23. О, без сдачи. Держи это на базу. Семейный бюджет. Огромное спасибо вам. Красоту. Возьмите, пожалуйста. Рвал, да. Чтоб все продали за Откуда сегодня. Откуда вы ее взяли, такую пижамку?
Своя? Своя? О, будем носить, как это, продолжать с удовольствием. Да. Дело начатое вами. Спасибо огромное. Катюшка, тут и тебе есть. Это брюки, ты. Да? Балда. Что, ну модные. Ну модные, конечно, тепленькие, натуральные, моя бы мама сказала. Как раньше было. Я дубленку бы кто-то купил. Так нету любовных. Идем. У вас нету... Любовницы? Мадам, любовницы? Да я бы купил бы шубу. Шубу любовницы. Кстати, есть у нее любовница. Танюха у нас такая интересная, рыбка есть. Танечка. Ну давайте ее сюда, Рика. Давай заговариваемся в следующую субботу на этом месте. Все. Все, погнали. Хорошего дня. Любовница, говорит, нет. Человеку любовница нужна, понимаешь? И что, я могу сказать, что есть? Ага. А, могу? Ну да. А чё нет? Ну, скажи на весь мир, давай. А? Нема что сказать, да, Серёжка? Нема? У меня дар речи отняло. Главное, что меня не отняло. Вон, коты тут сидят, видишь? Они всегда тут. Да, греется тут солнечная температура. Место хорошее. И котов всегда полным-полно. Пруд-пруди. Да, Гены другим разом зайдем поздороваться, да? Да, погнали. О, подстаканник ищет второй комплект. Уже один купили. Скажи мне, ну, а вот смотри, видишь, два одинаковые. Это мне не очень нравится. Ребята, это подстаканники дорогие. Слушай. Это, а, да? то, что у вас турбе, это то, что доктор прописал. А да, не, у нас... И что, сколько стоит? Такие по 300. Пара за 500, да? Можно. Вот это, блин. Так а зачем? Смотри, тебе, мне и Марату. Или, не, Марату и Свете. Не знаю, стаканов нету. Ну давай посоветуемся, знаем место. Посеребрённые. Ага. Не, ну хорошие, красивые. Какой так год? Ну, довоенные, котом-кот. До 41-го. Я думаю, что уже в 39-м перестали делать. Начали делать оружие. Да, пацаны. Ну, это чуть темнее, это патина на серебре. Не, серебрён идеальный в том плане по окружности, да, что видишь. Это зубным порошком. Развеселили его и нормально. Ну что, Катюня? Ну я не знаю, я взяла один. Ну давай. В плане, чтобы не захламлять. А если пить чай из двух, я не знаю. С двух рук? Да. Первый сорт. Я видела. Ну а если друг случится, к нему приедет и тоже скажет, Марат? Так у него есть другой подстаканник. Хотя у Марата столько друзей, что подстаканника им не хватит. Один? Один. Все, а второй может кому-то пригодиться. Давайте, я хотя что заворачивать, я кидаю. А стакана нету? Где стаканы? Все побились, тонкие, да? Тонкие чайные стаканы редкость. Да? Блин, ну да. Потому что они тонкие. Нет, их выдували вручную. Серьезно? Стакан катается на роторной линии. Их миллионами штук гусь хрустальный штампует. А эти стаканы выдувались вручную. Поэтому тот стакан стоил 7 копеек, максимум 14, а этот 38. Копеек. Понятно, Сережка. И тираж был малюсенький, и они хрупкие. И... Были еще стаканы с алмазным измерением. На нем еще гравировали узор. Угу, красивый. Да, с помощью алмазных фрез. Он такой, там розы были там. У меня, например, был, собственно, есть, но он кочербатый, я его дома оставил. С салютом, там, значит, класс. Со звездочками. Со звездочками, да. Ну, а проскакивают вообще? Ну, конечно, проскакивают, но редко сейчас. Они в пределах 40-50 гривен стоят. Дело не в том, главное купить. Были с золотым пояском, были под хрусталь. Угу. А самые симпатичные были бакара. Знаете, что такое бакара? Бакара слышали, конечно. Ну что это такое? Ну что-то слышали. Это когда по стеклу рисуют стеклянные нити. Ох, ёлки-палки. Бакара. Уже недаром садили. Теперь я точно знаю, что такое бакара, понимаешь? Ну, эмальера. Не, эмальера это другое, да. Не, ну, те работают с эмалью, да. Эмали, финифт, все это другие вещи. Перегородчатая эмаль. Ну что такое вообще стеклянные любая эмаль? Нити. Это порошок из минеральных солей и стекла. И его запекают, когда в печи, он образовывает сплошную вот эту стеклянную поверхность. Глянец вот такой, ну, да, вот ордена, да, растекается. Советские ордена, это эмаль.
Нанесенная, да, да, да. Красная. Хорошо, очень было познавательно, еще и вещь хорошая приобрелась. Набери Марата и спроси, он хочет пару или один? Ну, я в плане не захламлять дом, а если он хочет пару, мы купим пару. Такое уже и... Дореволюционные эти новые. Это уже есть, наверное, по личным коллекциям лежат. Попадается. Ну, есть любители, ценители просто вот именно. Ну, почему? Вот иногда ходишь, стоит, человек даже и не знает, что это. Что это такое? Ну, в большей Маратик. Степени. Здоровенький был и родной. Смотри, мы тут ходим по барахолке, нашли два интересных подстаканника. Ой, старинные такие, что просто мама дорогая. Вот есть их два. Скажи, они оба одинаковые. Тебе надо два или тебе нужен один? Это Катюшка интересуется. Ну, в паре хочет пить. Тебе нужен один, да? Хорошо. Потому что мы можем и два взять. Вдруг там вдруг случится какое-то. Хотя я говорю, столько у Марата друзей, что и подстаканников не хватит. Тебе один в коллекцию, да? О. Все, считай, уже на базе. Хорошо, давай. Целуем, обнимаем, до скорых встреч. Зерни, такая напаяны, шарики такие. И вот это сама скамья. Как делается? На шаблон накладывается вот это кружево и пропекается газовой горелкой, пропаивается. Припоем посыпается. Есть такие, есть простые, а есть у которых ручка даже полая, кружевная. Ага. То есть она как бы из трех слоев состоит. Два боковых и воздух. Дутая такая. Да. А ну достань тот подстаканник, который мы купили. Интересно все-таки. А что мы, да, мы к вам ну, зашли, сейчас такое ощущение, что на экскурсию. Да, но это медный. Нет, это не медь, это тоже мельхиор. Хороший? Ну здесь, понимаете. Я стакан просто всунул такой себе. Я вам объясню, ребята. У меня покрытие вот это вот серебрёное. Угу. А это покрытие... Сейчас мы почитаем клеймо, что здесь написано. Что здесь написано? Медь написано. Ну, да. Интересный, да, правда, да, да, такой? Да. Это чистомерный. Дело в том, что вот это вот, это был сплав меди, никеля и цинка. Угу. А покрытие, вот это серебрение, это характерная патина, которая покрывается серебром. Значит, как снимается патина? Берете зубной порошок, ну, желательно тот советский. Да, тот старый, сухой. Да, да, берете на влажную тряпочку и пошел. Он, дело в том, что мелкодисперсный, он царапин не наносит. Потому что есть люди, которые начинают там шкурками. А шкурки... Да, 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 она же его вредит больше, ему снимаешь. Ну, шкурки есть раз. Нет, тут другое, да, здесь болтается, да. Шкурки 6000 единиц. Это ж под чайный стакан. 100%. Мы знаем, знаем. Катюшка, дай всунуть. Вот сюда у нас нашел, смотрите. Люди, очень просто, подгибаете просто. Это металл сравнительно мягкий. Ага, ты ему раз себе немножко эллипс сделал, и все нормально, и вошел. Подогнул и все. Единственное, чего нужно помнить, из него нельзя выплескивать. А то получится по-гусарски. Смотри, один раз показываю. Ляп, короче. Два раза в году покупаю стакан. Он все время забывает и выплескивает вместе с стаканом. Все, спасибо вам огромное. Спасибо большое. Очень было приятно. До свидания. Вот приобрести такой стакан. С историей и все. Понимаешь, Марат? И лекцию. Там много денег, чтобы в кадр не попало. Но столько рассказал человек. Блин. Очень интересно. Я теперь точно знаю, что такое бакара. Бакара. Да. Я тебя на следующей барахолке спрошу. Главное, чтобы да я уже не забуду никогда, елки-палки. Да? Стеклянной ниткой по стеклу рисуют. А ты, как всегда, вот это вот, знаешь, тебя спрашивают. Да-да, я все знаю. Вот же он, конечно. Молотить языком. Что ты умеет. Говоришь, надо ехать нам уже, да? Срочно? Да, поехали, срочно. Поехали. Игрушек, как всегда, мы не нашли. Игрушек не нашли и еще одна тельняшка не встретилась. Зато пижама у нас есть, Сережка. Короче, Катюшка, да, я всем скажу пока-пока, как не забыл, а то мы в тот раз бегали-бегали. Я там стою, распинаюсь, прощаюсь, говорю, что ребята, до скорых встреч, до свидой. А оператор забыла нас снять. Нажать. Какой-то технический сбой произошел. Затмение лунное было. Ладно, хорошо, сегодня нормально все? Да. Друзьяки, от всей души вот так вот для вас гулял по барахолке нашей знаменитой, единственной в мире, эх ты, за всю Одессу, короче, колоритом пахнущую, молдаваночку. Вот, короче, здесь я гулял. И что-то таки покупал. Давайте, от всей души. Всех люблю, целую, обнимаю. Привет из Одессы. Для вас гулял Одесский Липован. Всем пока-пока. Чао.